Мечты сбываются. 5-летний Миша Соболев из Екатеринбурга нежданно-негаданно стал игроком своего любимого футбольного клуба «Урал». Подробности расскажет Павел Полищук. Всем привет. Я Михаил. Мне 5 лет. Я хочу стать футболистом, потому что я люблю бегать. И я очень хочу стать футболистом. Я научусь прыгать. Играть в футбол! В начале года родители юного дарования откликнулись на призыв футбольного клуба «Урал» и сняли ролик с участием своего сына. В короткометражке Миша рассказал о своей любви к спорту и желании заниматься в школе уральской команды. Там стремление мальчика оценили и предложили ему контракт. Для нас первая цель была это просто показать себя, что мы хотим пойти в этот клуб футбольный, играть в футбол. Вот, ну, в первую очередь, конечно, испытание очень такой гордости, радости, счастья. Это все в одном таком сердце. Это не передавать просто словами. Никогда не передашь, наверное, эти чувства. Вот, вроде бы такое маленькое достижение, а уже есть какая-то гордость. Сам Миша очередной победе не удивлен. В свои 5 лет он уже привыкает везде быть первым. А для настоящего спортсмена это очень хорошее качество. Даже несмотря на то, что по общепризнанному мнению главное в соревнованиях это участие, радость победы. Победы пока никто не отменял. Я люблю везде побеждать. И я люблю первым быть всегда. Я, когда хожу в садик, я самый первый прибегаю. Своей победой в конкурсе Миша сделал отличный подарок маме к 8 марта. Теперь после праздника занятия в футбольной школе «Урала» уже начались. С этого года в клубе начали готовить дошкольников. Теперь у ребят есть возможность привыкнуть к тренировочному процессу и уже через 2 года понять, насколько они готовы ко всем трудностям на пути в большой спорт. Главная задача нашей футбольной школы – это подготовка ребят для первой команды, для футбольного клуба «Урал». Вот сейчас на поле проходит тренировочное занятие. Это уже старший возраст, выпускной, 99-98 год. И мы хотим, чтобы наши воспитанники как можно больше играли в основном составе. Желание правильное. Сейчас отечественный футбол как никогда нуждается в своих воспитанниках. Чуть более чем через 2 года в России стартует чемпионат мира. Мише уже будет 7. Самый возраст учиться у лучших мастеров и укреплять свое желание побеждать. Везде и всегда.